Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Васаби, Куёко, Растишка, пацанчики, поздоровайтесь! Здорово! Всем привет! Сегодня мы играем в FNAF 2 кооп и четвертая ночь. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать в очень классной и страшной игре FNAF 2 кооп. А вы можете на корточках не ходить, короче, написали еще в комментариях, что все старые аниматроники, они слепятся фонариком. Это раз. Не обязательно всегда ходить на корточках. Это два. И три, смотреть правило номер один. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд, потому что мы записываем все через Дискорд и стараемся это делать каждый день. Так что, кто хочет записывать, вы знаете, что делать. Пацаны, я прям хожу перед ними и не боюсь их. А я тоже хожу. Вы просто боитесь их. Дима, через... Короче, 20 секунд ты будешь бояться. Не, я не буду бояться. Иди. Как Фокси проснется, ты будешь бояться. Вот если подлагала, вот видели, только что было доли секунды? Да, это означает, что... Да, ожил аниматроник. Это Боня. Подождите, а на альт можно ходить здесь? Нет, на альт нельзя, да? Так, подождите. Так, не, я сделаю все громче. Я хочу, ребята, прям все слышать, потому что в этой части надо все прям внимательно слушать. Так, внимательно. Ди, мне страшно. А чего вы боитесь? Я тоже боюсь. Они как-то ходят очень много. Это я их отвлекаю, чтобы они к шкатулке не подходили, чтобы ее можно было, возможно, заряжать. А шкатулку один раз только на ночью заводить в 3 часа и все. И я всегда заряжаю. Не, написали в комментариях, что... Это что за звук? А раньше были эти звуки? Это старые аниматроники скоро проснутся. Все, я понял. Это вы все там мигаете иногда? Не знаю. Да, это я мигаю. Куёка, я ведь раза я сижу за сценой. Это страшно, ребята. Очень стрёмно. Так что, если вы хотите реально поиспугиваться, эта игра бесплатная. Ее можно скачать на сайте. Просто наберите даже в Google. А кто возле коробки сидит? На в 2 кооп. Doom мод. И вы можете поиграть в эту часть. Она бесплатная. Ой, там Бонни. Опа. Ты что, тогда заметил? Ты что, слепой, что ли? Да. Ребята, напишите в комментариях, обязательно ходить на корточках или нет? Мне кажется, что не... Ну, я честно так боюсь, что я всегда хожу на корточках, да? Ну, вообще, смысл мне есть кажется, или обязательно. Нет? Потому что ты все-таки шум, да, меньше издаешь? Да. Ты не боишься, что Мангл резко оживет и тебе придется проиграть? Боюсь, конечно, я проиграть. Так, ребятушки, час 17. Мы мало прожили, мне уже кажется, середина ночи. Сильно много событий сейчас начнет происходить. И в этот получается сколько? 7 или 8 аниматроников оживет? Все. Пока. Все, Дим, помнишь? Все. Все, это сколько? 7 их? 8? 8? 9? 8. 15, Дим. Нет, стой. Если правильно посчитать... То 9. 9, да, реально, Балунбой тоже считает. Ну да, Балунбой, Мангл, ты же их не считаешь? А там Фокси, Чика, ну это поломанные, и Бонни, да, поломанные? А, 8. И Фредди еще. А, 9, кстати, 9. В 2 часа ночи приблизительно просыпается Фокси, помнишь? Вот? Да, да, да. Ну, я скажу, что здесь очень много играет рандом. Да, они оживают по таймингу, но ходят всегда по-разному. Вот Манго, я не помню, вроде 3 часа ночи. Блин, если честно... Да ну, блин, страшно, потому что... А ты не боишься, скажи? Я не боюсь. Да ладно, боишься, я слышу запах от тебя исходит. Стрельня классная у нас. А я всегда, когда боюсь, у меня что-то хочется ржать, как дебил. Да, Куёко? О, Фредди очнулся, кстати. Кстати, я хочу сказать, что Куёко, помните, когда мы записывали вот недавно? Ну сколько, неделя прошла? Куёко затащил тогда. Написали в комментариях, что он молодчик. Так что, Куёко молодец. Хэштег. О. Лох. Ой, Куёко молодец, да. Куёко лох, куда его? Блин, ну классно же. Я люблю повеселиться. Мне страшно, Дима, за мной еще с Фредди ходил. Да не бойся. Мне страшно, я не хочу умереть первые 2 часа. Я тоже не хочу умереть, но придется. Тебе придется умереть. Я не хочу. А тебе придется. Пацаны, хватит быть официально лохом, давайте на... Кстати, они сейчас начнут идти в нашу сторону. А давайте, кто первым умрет, тот лох. А, хорошо, давай, я согласен. И еще кто это правило придумал, тоже лох. Слышь, Дима! Да я, ну ладно, это Куёко придумал. Просто в предыдущих сериях мы вспомнили. Да Куёко всегда лох. Не, Куёко молодец. Смотри, все со мной бегут! Он один из лучших. Фокси ожил, я же сказал, в 2 часа ночи оживает. Че, прям ровно в 2 часа ожил? Да.
Они все за мной, я по коридору бегаю, как сумасшедший. Да. Так, давайте оценим наш шанс на победу. Не бойся, не бойся. Я так 100 раз сделал, ты сможешь выжить. Нет. Нет, Дима, слепить легко. Знаешь, что самое сложное? Когда Фокси уже начинает бегать, он как лисица, типа, он очень быстрый. Он, кстати, бегает зигзагами. Ты видел, что его тяжело фонариком подловить? Ну, написали, что не обязательно на него светить. Можно один раз светануть, и его глючит. Не обязательно долго светить. Еще кто-то проснулся из старых. Да? Да, скорее всего, так. Чика. Пацаны, мне кажется, в данный момент, где мы сейчас находимся, где вот комната охранника, ну, место наше, тут много мест отхода. Можно через вентиляцию. Вы сидите? Ну, о, Мангала жила, Мангала жила, слышите? Уходи, уходи, он за столом. А вы где? Я на сцене за коробками сижу. Да? Ой, Фокси там в туалете прям стоит, я его вижу. А там у нас склад тут есть еще? У нас нету. А мне послышалось, что я на складе сижу. Ой, за мной Мангал, тихо. Где? Уходи, он тут. Ой, нет, она тут. Уходи! Нет! Так кто там, не пугай меня! Ребята, блин, это жесть! Так, шкатулку пора заводить, если честно. Под 3 часа уже, а очень я мало. Я иду заводить. Я иду с тобой. Я уже у нее не надо. Все, давай, заводи. Слышите, они начали прям все ходить. Так, главное, знаете что? Не бояться. И вот когда боитесь, оно очень тяжело проходится, да? Ходи. Или нет? Смотрите, прям вентиляцию. Блин, это стрёмно. Она стоит, Манглиха стоит. Ждем, пока начнет оживать. Пошла. Господи, она прям тут, где я хотел пройти через коридор. Дим, сколько уже осталось? Сколько? А все было... Еще 3 часа осталось, и мы пройдем. Ты так говоришь легко, сейчас начнется самая-самая жопа. Какая разница? Дим, я нас подбадривал, а ты... А, ты так, да, типа на позитиве? Я знаю, что просто в это время начинается атака по всей карте, и очень сложно убежать. Очень сложно. Все просыпаются, Дим, в 3 часа. Да, я буду здесь шкериться. Все-таки в эту шанс, что они в эту комнату зайдут, очень мал. Ну и шанс то, что я выживу, тоже очень мал. Пацаны, у нас 4, по-любому мы должны затащить, правильно? По туалетам тут бегаю, шкирюсь. Блин, кстати, я вспомнил, мне написали баг. Как можно было нам сделать вначале? Короче, когда Бонни стоит, а Балунбой когда стоит, ему можно прыгнуть на голову, а с головы запрыгнуть там на какую-то штуку высокую. Меня зажрали. На зонтик, ну такую, как беседку. И можно на ней сидеть и выживать. Но это, блин, надо было вначале, когда он стоял на месте. Так что, ребята, мы обязательно это проверим. Обязательно, если мы пройдем эту ночь. Тут Бонни! А не бойся, Бонни хороший. Так, я лучше, наверное, пройду сюда. Я в штабе говорю. Плохой. Можешь подойти к нему, он тебе ничего не сделает. Он идет, да? Чика идет за мной. Чика тоже за мной идет. Вижу красный свет. А красный свет кто издает? Бонни. А фиолетовый такой, розовый. Чика. Это Чика. О, Чика. Зажали. А кто со мной тут сидит в вентиляции? Это я. А, привет, зажали. Да, слышите этот звук? О, Дима, это ты, я тебя видела, да, охранника? Я вообще бесстрашно, я зарядил. Фух, ребятушки, мне честно скажу, настолько это все страшная тема, когда они начинают... О, еще кто-то ожил. Это все уже, наверное, Фредди. Не страшно. Вот он, ты, Фредди, зажали. Тихо. Честно, меня сейчас убьют. Вот честно говорю, за мной сейчас 2 аниматроника, и мне... Без контрола выживаю, пацаны. Там вообще-то аниматроники. А, да, это да, обратно. Без контрола выживаю, пацаны, можно так выживать. Что подлагивает, когда их так много. Это жесть, ребята. Зато я понял, как выживать. Фух, честно скажу, да, что-то подлагало, нормально, просчитывается. Они все ожили. Беги. Да беги ты. А без шифта только выживаете. Ребята, вот сейчас точно ролик заслуживает лайка, потому что это настолько стрёмно и настолько страшно. А кто лох? Кто умер, кто лох? Ростечка. Ребята, есть контакт. Один лох. Я хотел перепрыгнуть в Мангал. Ну, Йоха, я тебе хотел сказать, их ослеплять можно. Они олд, аниматроники. Ты что, только узнал? Я же вам сказал, что они все слепятся в начале ролика.
Я забыл. Зачем ты бежишь? Меня Фредди за тебя убил. Че, вдвоем уже погибли? Да, Дим, мы вдвоем остались. Блин, если мы сейчас сольемся, ребята, меня мы должны... Убили. Я вижу этого. Я один? Да. Ну что, ребята, все шансы мне в руки. Ты не проиграешь, Дим, поздравляю. Нет, конечно, а что я должен проиграть? Я ж не вы. Я говорю вам, можно на контрол не выживать, а вы как дурачки на контрол бежите. Вот, без контрола выживай вообще. Смотрите, они не бегают. Ну что, ребята, я уверен, что я сольюсь. Но будет шанс, надеюсь, все-таки он будет. Блин, я так переживаю, у меня руки вспотели. А время-то идет. Главное, знаете что? Что мне не нужно заводить шкатулку. Это очень большой плюс, надеюсь, это меня спасет. Ну что, ребята, я думаю, что шанс есть. У меня сюда зона отступления. Я могу через туалет побежать направо или вот туда отступить. Но пока миссия они меня не видят. Дим. Я умер, я в какой-то комнате сейчас нахожусь. О, смотрите, там он челик идет. Он меня видит, как вы думаете? А, он пока дойдет до меня. Фух, ребятушки, я главное понял, что контрол вообще зажимать не нужно. Можно так выживать спокойно. Они медленно ходят, у вас есть всегда шанс убежать. То есть, как здесь сделано? Если вы ходите без контрола, вы в любом случае быстрее их. Дим, меня за карту выкинуло. Да? В туалете. Я умер, и я сейчас нахожусь в какой-то комнате метр на метр. А кто сейчас у алтернатроников, пацаны? Я не знаю. Ну, один Дима выживой ведь. Я один остался жив. И еще А за меня можешь посмотреть растишка за меня, можешь? За карты реально. Это я стрёмно, за карты нахожусь, это Дима. Так ты можешь еще понажимать разные кнопки, и все нормально будет. Нет, Дима, он в кубике. Он у меня в кубике. Метр на метр. Это жесть. Главное, не переживать, но я переживаю. Есть все-таки страх такой, потому что я один, а их так много. Нет, Дим, я там живой. В кубике метр на метр. О, Дима, прямо можно слеплять, Дима может не пробежать. Выйдет. Слева. Чика. Да, ребятушки, это сложно, но возможно. Блин, хуёка меня убил. Да. Реально. Короче, фух. Он побежал. Он убежал. Стрёмно. От Олчики. Он меня к ней привёл. Это все, пацаны, это все аниматроники полностью ожили, все. Кроме... Как они меня хотят вычислить и убить, представляете? Кроме золотых. Да? Гиг желтых. Это стрёмно три очень. Золотые, насколько я знаю. Ребята, это стрёмно. Вон они идут прям ко мне все. Почему они знают, где я? На последнюю ночь должны быть уже золотые аниматроники. Золотые. Блин, как я переживаю. Дима, представляешь, что будет в пятой? Ты думаешь, что будет сложно? Да. Дим, ну, во-первых, должны быть проснуться, там должны проснуться уже золотые аниматроники. Да. И они будут более бешеные. Ты думаешь? Да. Да. Блин, я слепил! Серьезно, я слепил его фонариком! Без 10 минут, ё-моё! Так, давайте, аниматроники. Оживайте, я иду прям к ним, чтобы все быстрее произошло. Я их не боюсь. Вот в чем прикол. Их нельзя бояться. Просто, как знаете, ходишь, то все. Тем более, четвертая ночь — это не такая уж и сложная ночь. Это реально не сложная ночь. Учитывая те ночи, которые нас ждут, это будет сильно. Пойти просто ходи. Зачем вы контрол жмете? Не надо. Дим, если мы будем просто ходить, нас заметят раньше. Они по таймингу оживают. Сейчас, смотри. 12.30 оживет Бонни, а потом 12.50 Чика, да, наверное. Так и будет. Ух. Фредди уже, наверное, в час, наверное. Блин, обидно, когда проигрываешь без 10. А честно, это очень обидно. Дима, прикинь, ты бы проиграл в 59. 59, да, просто было бы. Вот это вообще было бы трэш. Ну ничего, ребятушки. Я выпью чайку. Это, кстати, счастливый чай, который даст шанс сейчас пройти. Вот так вот. Ну что? Все хорошо?
Бонечка, Бонечка, ты иди ко мне. Я тебя не боюсь. Не надо. А чё ты боишься его? Да. А чё вы иссыкливые такие, пацаны? Я не хочу быть лохом номер два. Да не будешь ты. Отойди просто с прохода и все. Боже, вы такие боегузы. Ребята, смотрите, я вообще могу ходить вот так возле них и не бояться их. Потому что они очкошники, такие как и мы. Вот, давайте попробуем то, что мне говорили подписчики. О, пофиксили эту штуку. Да, ребята, вот я пробую, как я обещал. Видите? Пофиксили, все. Нельзя теперь с балунбоя запрыгнуть на эту подставку. А раньше можно было? Я тебя буду перегораждать, чтобы он тебя убил. Он сейчас остановится. Он за мной потому что бежит. Да он не бежит, они не могут долго бежать. В четвертую ночь они определенное расстояние проходят и останавливаются. Это уже в шестую ночь они вроде будут бесконечно бегать там. Но там прям будет жестко, скажу честно. Так, ну что, час ночи наизично прожит. И я даже уверен, сейчас все пацаны сольются, я буду один. И я не боюсь их. Смотрите, вот он идет. Что он мне сделает? Убьет тебя один. Да, он сейчас остановится. Смотри, 3, 2, 1, останавливайся. А он будет идти, пока меня видит? Ну, идем. Чика проснулась. На, пока они меня видят, здесь так сделано. Ну, короче, вообще наизично. Очень легко. Можно сидеть просто по углам, если они идут, пока до нас видят. Можно сидеть просто по углам и пройти ночь. Да, ты думаешь? А кто на сцену вышел? Что-что? А кто на сцену только что вышел? Это я вышел. На... А ты, не... ты боишься выходить? А я это могу выйти, конечно. Там просто я когда вышел за сцену последний раз, там сразу Фредди проснулся. А чего такие боегузы, как я? А мы просто хотим пройти, Дим. Да вы пройдете, вы че? О, Чика, смотри, вот я. Не надо так делать. Ребята, мне так нравится их троллить. Я удовольствие получаю сейчас. Это так круто. Дим, я сейчас пойду, я там Фокси разбужу и приду к тебе. Ну давай, я не боюсь, я знаю, как от него уходить. Куёка, а чё ты молчишь? Я? Да. Да, вы не знаете. Да ну не бойся, Куёка, говори что-то. Дима, он забудет! О! Он забудет, как ослеплять аниматроников! Вот что я. Да фонарик, главное, не высаживайте, как я бестолку это люблю делать. Хожу фонариком, свечу. Ля-ля-ля-ля-ля, потому что я знаю, что я пройду. Это очень легкая ночь. Просто вы немножко не так играете, как надо. Ну, вы боитесь их. Дим, у меня читерная тактика, я выкрутил себе свет на максимум, теперь мне не надо фонарик только да? слепить. Смотри, он идет ко мне. Вот за зону зеленую, смотрите, выхожу, и все, он меня не видит. Получается, вот эта вот зеленая зона, вот она где-то начинается, тогда он вас видит. Все, все понял. Я уже начинаю разбираться, как оно работает, поэтому не боюсь. А пацаны, вы на корточках, да, ходите? Нет. Я вентиляция на корточках. О, они ожили, слышите? Начали оживать. Здорово. Че, как твои дела, бро? А где ты? Ну, тут за мной... Блин, не... как пранику вести, Куёко? А чё вы боитесь? А их трое всего. Дим, я придумал тактику, но я ее боюсь проверять. Давай ты проверишь. А какая тактика это? Сядь просто за коробками за сценой, потому что после того, как они активируются, они больше на сцену не зайдут. Мужики, не надо еще... А я не вижу, они... Да чё ты боишься? Ребята, все... Я не хочу быть лохом, Дим. Ну не бойся. Да ну не будешь ты лохом, мы отменили это правило. Кто второй умрет, тот будет лохом. А, тогда я пойду, тогда я умру первый. Проверю тактику. Коробками посижу. О, я слышу, они там все больше и больше топотят. Бегал! Кто бегал? А ты боишься, людей, кто бегает? Зачем ты бегал? В смысле бегал? Господи, Фокси это был! Это Фокси за мной! Это стрёмно, ребята. Где мы практически половину прошли? Да пройдем сейчас. Ну да практически еще далеко, но мы пройдем. Вы просто ходите пешком, не бойтесь, они реально не видят. Вы понимаете, что есть радиус, когда они вас не видят, и все. О, Фокси же. А вот сейчас бойся. Ой. Это меня убили. Меня убили, да? А я это видел. Да. Ой, Фокси. Это было стрёмно? Слепи его, слепи его! Слепи. Фонарик включите и держите беги. Фонарик. Беги. О, я слышу. Ослепляй сзади, кто бежит, от Фокси! Беги! А без шифта беги! Зачем ты шифтом бегаешь? Не надо с шифтом ходить, пацаны, я же вам говорил. Ну раз, чисто. А кто второй сдох? Я! Да вы что, издеваетесь? Вы как хотите вообще, чтобы мы прошли эту ночь? Вообще я не бежал, а и шел.
Так, пацаны, короче, надо опытных искать мне игроков. Так что, кто умеет играть в FNAF Co-op, как я, четко, не боясь, заходите в наш Дискорд обязательно. Понял? Что я почему-то по нему... Фокси! Вы что, издеваетесь? Да! Я Фокси третий раз уже слепил, он за мной именно бегает. Дим, ты дальше не уверен, что мы сегодня пройдем? Я опять один? Нам не важно, что мы будем проходить, пока не пройдем. Мне кажется, мы так сидим и будем до 12 ночи. Да, мы пройдем, пройдем. Сейчас я пройду. Эй, Васаби, а мы понтовались... Ой, точнее, Васаби, а ты понтовался, что ты проходил четвертую ночь? Что-то не верится, как-то. Неважно, неважно. Вру. Он обманул, да? Согласись. Нет, я обманул. Проходил, это вранье, я проходил, я прошел. А обманывать нехорошо. Ой, он понял. У тебя большие проблемы. Не бойся, не бойся. Говорю я сам себе, при этом очкую, жесть как. Ладно, обремни. Слепи. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет. Слепи. А Диме еще 2 часа надо прожить как-то. Ну я буду выживать, как вот так бегать, как додик, и поранади. Дим, мне кажется, где-то зажмут. Твоя тактика не работает, мне кажется. Ты не прав. Ты, как всегда, не прав. Уверен? Да. Дим, готов с тобой посмотреть на что угодно, что ты умрешь? Ну хорошо. На твой банк. Дима не умрет. А че я этот? Пацаны, вы просто вы играете хуже меня и рассказываете, что я умру. Конечно, умру. А кто, кстати, в коридор привел аниматроников вот этих? Я? Зачем? Как вы думаете, они знают, где я нахожусь? Они всегда идут в мою сторону или рандом находят? Они всегда идут. Вроде волт аниматроники знают где-то. А вот новые? Нифига подобное. Кстати, слева кто-то есть. Ничего страшного. Ну и справа тоже кто-то есть, поэтому... И ой, слева Фокси. Тоже. Это Фокси слева. Это Чика. Это Фокси. А, да? У них цвета отличаются, блин. Далитоник. О, ослепляй. Блин, страшно. Дим, мне кажется, тебя прижали. Нет. Да. Тихо, ослепляй! Справа! Слева ослепляй, Дима, давай и беги! Нет, не туда! Ослепляй еще раз! Как много энергии в течение 1 минуты! Фокси! Он промахнулся, когда бежал! Да! Тебя спалили! Тебя спалил! Я залагал. Эй! Да, не на тебя. Нет, не лагай, игра, не лагай! Вылетел у нас FNAF Co-op, потому что один игрок обосрался. Как всегда, когда мы записываем FNAF Co-op, кто-то обсирается и выходит. Ну что, ребята, главное что? Не бояться. И спокойно ходить себе. Вы же охранники или аниматроники-охранники? Все, первый ожил. Так, кто у нас ожил? Подожди. Это Волт Аниматроник, что ли? Ой, да, он сразу ожил, представляете? Да. Нет, не был этот. Как обычно, они по времени одинаково жат. Сюда в 30 минут. За мной Бонни бежит. Он легкий вообще. Он очень легкий. О, кто-то побежал быстрее. Да что, серьезно? А кто там? Прикинь, я случайно Shift нажал, он за мной побежал, но он хорошо, что отстал. А ты когда Shift отжимаешь, он сразу медленнее бежит. Нет, он не сразу. Я отжал, он сразу как бешеный себя бежал. Хоть это кажется. Мне повезло, я считаю. Да нормально все, четко. Затащим. Не, я лучше на контроле буду ходить, Дим, потому что я с контролем можно и на шифте бегать немного. Понял. Ты таки боишься, да, ходить пешком просто так? Да. Я же могу шифт случайно нажать, и ты знаешь. Ну а ты мне вообще мизинец убери оттуда. Как можно случайно нажать шифт? А, когда слышишь, ты жмешь, да, его случайно? Да. Понял, так и скажи. Смотрите, где я. Где ты? Так, все, сейчас должен ожить Фредди, да? Или Чика, кто живет сейчас? Смотри, мы стоим на шкатулке. А тут контрол не работает, как в Гаррис Мод. Можно запрыгнуть и залезть как-то. Ой, Чика. Чика оживает. Так, идемте прогуляемся. Пиццерия большая, здоровенная.
где Фокси? Я что-то понять не могу. А он в... О, олд аниматроника жил. Отлично. Понял. Третья попытка. Первая попытка, мы проиграли. Вторая попытка, сама игра не дала нам это сделать. Или один обосравшийся. Тут пасхалка есть, Дима. Так. С этим кексиком. Он, вот, он глаз подвинул, ты видел? Нет. Еще раз подвинул. Он меня не двигает. Вроде надо отворачиваться. Я не знаю, у меня баг сейчас случился. Все, стоим, а мы же охранники. Все, стоим, охраняем. Мы должны сейчас оттащить. Вот, он уже нет. Может, он живой просто? Он живой. О, за мной Бонни. Да? Так привет. Ты стой, постой с нами, поотдыхай. Здесь хорошо, у нас тепло, пирожки есть. Есть вот пирожки? Вот, если, может, вот тут в ящике. Бабушка приготовила. Да, давай. Вот у тебя в рюкзаке, Дима, пирожки бабушки. Ну, давай вытащи. А ну да? А ну посмотри на меня, хочу в 12 нажать, посмотреть на себя. Как... А я вот. А мне нормальный свитерок, четко выгляжу. О, я могу даже ходить от твоего лица. Жалко, ой, что Дим, нельзя. Смотри, камера, типа камера. Да не-не, я шучу. Это очень стрёмно, я лучше буду от своего лица играть. Я так боюсь, что я сольюсь. Там Боня. Слышите? Отлично, пошел, чилипиздрик. Дима, ты можешь от моего лица смотреть, что происходит. Ну да. Так, сейчас старые аниматроники, вставайте, пердуны старые. Чика прям около... Прекрасно. Чика прям около зарядки, шкатулки. Так, все отлично. О. Проходим. Кстати, проблематично это мангл, потому что она ползет, а тебя, она может тебя типа в угол завести. Ну, в какой-то второй аниматроник может прийти. Пацаны, представьте прикол. Вы сейчас опять умираете, я опять один. Вот вы представляете этот прикол? Иди, иди. Я отвлекать буду. Она около шкатулки стоит. Иди на зеленый фон, иди, подбани его сюда к нам. Во. Давай, иди к нам, иди. Иди, подлец этакий. О, еще пошел кто-то. Ты идешь? Нет. А, он не видит, из-за угла не видит. О, это Фредди, да? Да, Фредди жил. Так, подожди, это что тут? Мне показалось, что тут аниматроник. А представьте, по ней не ходили бы, а телепортировались бы тут. О-о-о. Это было бы вообще трешово. Нет, они тоже там ходят. Если именно брать вот эти все FNAF коопы, они все тут ходят. А я вроде смотрел в старые видео, они там телепортировались. Так, есть. Старый пердун ожил. Пожилой аниматроник какой-то ожил. Да, с первой части. Пацаны, а представьте, вот так будет, что мы пройдем эту ночь втроем. О, мангла жила. Это возможно? Нет, это вероятно. Потому что некоторые есть, которые плохо играют. А некоторые хорошо играют. Да. Ну, в прошлый раз, Дима, почти прошли ночь, нам 3 минуты не хватило. Ну, блин, это жесть. Просто жесть. Так, надо еще раз зародить, думаю. Так, где он? А, нет, мангла жгла. О, я слышу, я слышу. Потому что она бесит будет. Я думаю, что нам уже, наверное, хватит, да, до утра шкатулки? Или надо будет завести еще? Надо будет еще 3 часа залезти. Да, нет, 3 часа вот же сейчас уже будет. Ну. Где она? Или пиздриха? Она там, лучше не ходить. Она же по потолку, помните, еще лазить умеет? Точно. Спасибо, что напомнил, кстати. Да, она может по потолку и на голову напрыгнуть вам и убить. Ой, привет. Знаете, что понял? О, Фредди. Ладно, пошел я. Что? Уже Фокси ожил. Да, я вижу. Уже много аниматроников ожило. Давай, двигайся, не ссы. Она за мной. Он Фокси. Но... А, нет. А, нет, еще Фокси нету. Я сейчас заведу шкатулку, короче, чтобы нам до утра хватило уже. Да. Все, нам до утра хватит точно. О, Дима, вот там он уже. О, я Фредди идет. А его нельзя ослепить. Да. Смотри, чтобы это. О, я здесь потусуюсь. На улице дождик идет. Погодка классная. Да. О, зарядили, блин, мне надо свалить тоже. Да не бойся. Затащим. О, этот ожил Бонни. Пацаны, я, короче, вместо аниматроников буду стоять. О, давайте вот. Не, я вспомнил, лучше я пройду сюда. Ого, они там все топотят. Вот это они нас хотят убить так? Ой. А, идет. За Чика побежала. А че набежала? Я же не шифтовал. Так, ну что, ребята, напишите в комментариях, с этой попытки мы сможем пройти эту ночь четвертую или нет? Или опять проиграем? Или вылетит игра? Это, короче, проклятие четвертой ночи. Никто ее не смог пройти.
Если мы сейчас пройдем, то мы будем единственные на планете, кто смог пройти четвертую ночь. Представляете? А за кем Бонни идет? За тобой. Да он так просто. Нет. Он прогуливается, они что-то как? Патрулируют. Сырье. Они гуляют. Я стою на своем рабочем месте. Привет. Здорово. Как дела? Фонарик. Нормально. Фонарики тут потратим, да? А что, тебе жалко, что ли? Нас же трое. Ну да. Надеюсь, вы не сольете с первой, как обычно. Так, это Куёка, ты пришел? Да, это я. Так, ну все, сейчас должны мы точно пройти. Даже чувствую, то уже пахнет 6 часов утра, и мы затащим. Куёка! Да? Можешь отвлечь, пожалуйста, Боня? Оль, да легко, ты что? Так, а я постою. Вот сейчас, смотрите, сейчас они сольются, да? И опять я буду один играть. Ну вот у тебя постоянно вы, пацаны, сливаетесь. Да мы не ботинки, Дима. А кто вы? Мы ботинки. Ой, мы шлепки. У шлепки? Да. Там он тебя видит, когда ты очень близко. Ты что? Ой, лагает. Так, он жил еще один аниматроник. Если в зеркало могу видеть. А чё я хожу в зеркале как-то дёргано? Пинг. Пинг, когда на одного играешь, такого нету. О, Дима, прикинь, проходить на карте прям. На какой карте? Короче, твоя задача все время отвлекать аниматроников. Да, если ты умрешь, то ты будешь героем. Да. Охранником. Я думал, лохом. Нет, ты будешь героем, охранником. Ты будешь красавчиком. Ну лучше не умирать. Уже васаби. Васаби это лох уже. Это ясно. Да? Да. Он сдулся. Я знаю, что эту игру очень многие люди боятся, поэтому... Это страшно. Это очень страшно. Вот Фокси очень страшно. О, да, согласен. Он просто бешеный как... Он как ракета. Не, он как самолет. Так, осторожно, осторожно. Никого нету? Фокси сзади, свети! Где? Там? Где? Я пошутил. Блин, ребята, это очень стрёмно так шутить в этой ночи. В этой игре вообще очень стрёмные шутки. Как говорится, за такие шутки в зубах промежутки, да? Да, а я вижу, у тебя в зубах уже есть промежутки. А у меня нет промежутков, с чего ты взял? А я видел. Да? Значит, ты в зеркало смотрел. Хорош! Они молодчик. Все сжали, короче. Да иди, иди, там сзади мангл идет. Мангл очнулся? Да я пошутил. Вот тут какие. Вы что, боитесь аниматроников? Честно, олд аниматроников я боюсь. А да? Вот этих... Ну только Чику боюсь, она очень быстрая. Бонни не очень быстрая. Я это стою, короче, в уголку здесь и буду стоять здесь просто отдыхать. Что там? У меня есть 3 выхода здесь в комнаты. 4. 1, 2, 3, 4 выхода с комнаты. Кстати, везде можно уйти, везде. Во, я вот так буду и стоять. И аниматроника, они прям в один угол все заглянули и все. Не выходят из него. Где, кто идет? Я слышу рядышком, да, возле нас? Это за мной. И с этой стороны, и с этой стороны. Так что, ребята, они начинают потихоньку жевать, а будет середина ночи. А в середине ночи просыпается, знаешь, кто один? Кто? Фокси. Бабайка. Не, Фокси в два часа. Где ничего? Они прям в углу канализации, которую ты отвлекал в Бонни, понял? Фокси проснулся. О, пора вставать и идти потихоньку. Так, мангал идет. Все хорошо. Все четенько. Я хочу зарядить шкатулку, но мне не дают. О, Фокси идет, я его сейчас ослеплю. Он за мной! Да? Ладно, фонарик включай, держи его включенным. Все, иди за мной. Свети. Спиной отходи, главное. Подожди, мне звук, что ли, бабушка? Да не. О, я его ослепил, все отлично, ребята. А! Главное его не бояться, а потихонечку идти. Уёка, иди отвлекай, пожалуйста, аниматроников. Ох, их тут сколько, аж очково здесь проходить. Ну, мы не испугливых, да, пацаны? Мы затащим. Куёк, отвлекай их, пожалуйста, прямо сейчас. Что страшно, я слышу столько звуков. Да не бойся! Чё ты боишься? Я здесь, я иду, пацаны. О, сзади. Всё, отходи, хватит. Пока что хватит.
Да, я сейчас заряжу, не бойся. Надо отвлечь их. Ой, не пони это, господи. Баломбой, господи, дрожь, что ли? Да нет, сам ты дурачок. Блин, это ты жесть. Ты вообще тут усунемся, да? Вообще. Включайте, главное, фонарик, с включенным фонариком идите. Ой-ой-ой. Тихо. Ой, ожил. Это жесть, блин, прям... Я увидел, как оживает старый аниматроник. Резко глаза горят красным. Я ухожу, я хочу жить. Это жесть, их сколько здесь. Ничего, я немножечко убежал от вашего места. Переживаю, это жесть, как хочется пройти. О, загрелся на кого-то. За мной. Фонарик, главное, включи. Да уходи, я ухожу. Все, я немножечко отступил подальше, прямо на другую часть карты. Это даст шанс все-таки, наверное, затащить. Ой. Пацаны, если мы сейчас не проиграем, вообще будем молодцы. Профессионалы 22-го левела. Это будет означать, что мы готовы к пятой ночи. Посвящение. Не испугайся аниматроника. Балке висит, все по кайфу. Так, я думаю, что, наверное, надо зарегипать и шкатулочку, да? Если кто-то из вас не сыт, а я су. Ой, я тоже су. Давайте обойдем. Время есть. Ого! Блин, что ж делать? Чё? Придеть и бегать. Умеешь? Где канализация? Это серьезно. Здесь. Чё, ты заряжаешь? Не, Фокси. А, Фокси. Я немножко подзарядил, но я умер. Их очень много. Да я же... Ну я же слепил! Я же слепил! Ну я ослепил! Ой. Я хотел сказать, я дебил, но ладно, пусть будет я ослепил. Блин, а... Кто сейчас остался живой? Уёка, я в шоке, ты опять за свое. Готовься, фонарик включай заранее. Ой, ребята, Уёка, на тебя вся надежда. Теперь ты побываешь в моей шкуре, когда ты один, а их триллион аниматроников живых. Тихо, слепляй. Слепи. Вот так прям фонариком води. Ну зачем ты вышел к ним? У тебя же сзади было Сколько аниматроников сорвалось, чтобы нас убить? Если вам понравилась серия смотреть, где неудачники не могут пройти четвертую сложную ночь, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Всем отличного настроения. Мы пошли еще задрачивать и попробовать пройти. Всем пока.